Быть первым – вот о чем мечтает каждый участник соревнований по мотокроссу, независимо от возраста и стажа вождения железного коня. В понедельник в Иванове стартовал открытый кубок ДСАФ по мотокроссу. Поучаствовать в нем приехали более 150 спортсменов из разных уголков России. Уже через несколько минут экстремалам предстоит укротить опасную трассу протяженностью 1 километр 300 метров. Довольно-таки, ну скажем, своеобразная трасса, много трамплинов, много неровностей, поворотов. Как раз спортсмены на этой трассе могут проявить себя как спортсмены. Первыми на поле битвы вышли самые маленькие гонщики. Большинство этих ребят еще и в школу-то не ходят. Зато со своими железными конями управляются на 5 с плюсом. Максиму всего 6, но в подобных соревнованиях он уже не новичок. Мальчик-мотогонщик в третьем поколении. На трассе столкнулся с единственной трудностью. Колес. Прибыть в закрытый парк. Засасывается. Песок. Следом за малышами на старт вышли более опытные водители и более мощные мотоциклы. Им нипочем трамплины, крутые подъемы и резкие повороты трассы. Байки, участвующие в разных заездах, отличаются по кубатуре двигателя. Но есть и специальный заезд для мотоциклов с колясками. Гоночные мотоциклы – техника особая. Чтобы побеждать в соревнованиях, нужно знать о ней все и правильно обращаться. Этот мотоцикл называется КТМ. Объемность двигателя 65 кубических сантиметров. На нем 21 лошадиных сил. Колеса, они специальные. Есть вот специальные для дороги, вот для дорожных, они лысые. А вот здесь вот шашечки. Такая резина с шашками держит это на земле. А на дороге не держит. Как и в любых других спортивных состязаниях, в мотокроссе судьи в первую очередь оценивают скорость участников. С общего старта и финиш, кто первый приезжает, значит, заезд продолжается, значит, у детей 10 минут, у взрослых по 20 минут плюс 2 круга. Вот от этого и, значит, по первому финиширующему идет зачет. Как признаются сами спортсмены, в гонках победа второстепенна. На первом месте у экстремалов возможность получить адреналин и сразиться с лучшими гонщиками страны. А кубки – это приятный бонус. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.